Новая поликлиника в Боброво отвечает всем современным стандартам. Теперь местным жителям нет необходимости выезжать за пределы поселка, чтобы получить полноценное медицинское обслуживание. Взрослое и детское отделение, неотложная помощь, прием узкопрофильных специалистов, инновационное оборудование. Раз, два, три! Ура! Строительство поликлиники затянулось. Виной тому недобросовестный застройщик, который не смог выполнить свои социальные обязательства. Благо, строительную компанию удалось сменить, и дело сдвинулось. За процессом возведения медицинского учреждения следили представители партии «Единая Россия» и лично депутат Московской областной думы Владимир Жук. Вообще развивается в целом Подмосковье, и каждый муниципалитет развивается в своем направлении. И одна из самых высоких динамик – это как раз в Ленинском городском округе. Кроме жилых домов, которых мы видим много, строится с высокими темпами и социальная инфраструктура. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники. И сегодня вот лишнее подтверждение этим словам. Здание светлое и просторное. Предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Есть уютная комната матери и ребенка. Очень рада, что открылась новая поликлиника, во-первых, и детская, и взрослая, потому что и с детьми приходилось ездить в Видное. Теперь вот открывается поликлиника, мы, конечно, все очень рады, и пенсионеры, и мамаши с детьми, что можно будет прийти, и большой набор врачей. Жители моего избирательного округа теперь очень рады, то, что в шаговой доступности теперь есть место, где можно сделать и профилактику, и обследование провести, значит, и... Все должны жить счастливы и здоровы. Приятным бонусом для маленьких пациентов стало открытие на территории поликлиники «Доброй комнаты». Проект партии «Единая Россия». Оборудованное помещение для комфортного пребывания детей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская, Видное ТВ.